Россия может получить первую выгоду за Мистрали. Помните, те самые вертолетоносцы, которые Франция отказалась поставлять России по политическим причинам? Тогда техника досталась Египту. Одно маленькое «но» — Мистраль — это вертолетоносец, как следует из названия. Машина предназначена для вертолетов, а их для Мистралей производит только Россия. Вот Египет сегодня обратился к Москве с просьбой о поставке К-52К. Точное количество вертолетов будет определено уже после дополнительных переговоров. Но уже точно можно сказать, что мы на этой сделке подзаработаем. Один этот борт стоит 450, а то и 600 миллионов рублей. Контракт о поставке вертолетоносцев типа «Мистраль» был заключен между Парижем и Москвой в 2011 году. Первый корабль Франция должна была передать 2 года назад. Однако из-за событий на Украине президент Франсуа Олланд принял решение не выполнять условия сделки. В итоге договор расторгли.